Областной центр готовится к Новому году. Главную елку начали устанавливать на прошлой неделе. 16 декабря уже собранная и наряженная, она замерцает на сквере имени Кирова. Баннеры в сине-белой гамме также появляются на улицах города. В таком стиле можно оформить любое учреждение. При желании дополнить своими элементами и поучаствовать в конкурсе праздничного оформления. 2017 в столице Приангарья станет годом иркутской семьи. Президентом страны следующий год объявлен годом экологии. Существует такая программа «Экологичный город». И, безусловно, я убежден, что тема семьи, как тема экологическая, она все-таки близка каждому из нас. Развлечься с семьей в зимние выходные будет где. В каждом районе пройдут мероприятия, откроются ледовые городки. В центре города задействуют летние площадки для отдыха. На острове Юность зальют катки для больших и маленьких иркутян. На Конном сделают ледовые дорожки. Будут смонтированы элементы оформления изо льда. Это будут и какие-то фигуры, и какие-то элементы, которые будут олицетворять имена каких-то дорожек. Какие это будут имена дорожек, к сожалению, мы пока вам сказать не можем, но там, могу сказать точно, будет такая небольшая аллея любви с ледяным сердцем. Одним из новых мест досуга станет и залив Якоби. На территории пляжа развернется семейный парк отдыха с катком, ледовыми фигурами и трассами для катания на санках, лыжах, плюшках. Церемония открытия главной елки состоится 24 декабря. В этот же день начнет работать резиденция Деда Мороза. На следующий день в сквере Кирова пройдет конкурс на лучшее оформление праздничного дерева.